на одной волне со всем миром Олимпийским играм в Сочи 5 лет. И хотя спортивное событие далеко позади, воспоминания не меркнут. В организации крупнейшего спортивного мероприятия были задействованы ивановские волонтеры. Почти 100 человек из нашего региона отправились в Краснодарский край. Они показывали дорогу к олимпийским объектам, предлагали помощь тем, кто в ней нуждается, и, конечно, создавали настроение. Именно на Олимпиаде было собрано самое большое количество волонтеров, это 25 тысяч. И на самом деле мне повезло попасть туда. Я трудился в ЕВСОЛП, это Event Service, обслуживание мероприятий Олимпийского парка. Вообще, я считаю, что там волонтер показал себя с наилучшей стороны. Именно там волонтер стал катализатором настроения для всей страны, для всего мира. Именно там волонтеры показали, что они есть лицо Олимпиады. Жаркие, зимние, твои – этот слоган – музыка для ушей тех, кто вернулся из Сочи. У каждого из волонтеров была своя Олимпиада. Интересные случаи они готовы рассказывать раз за разом. Было нелегко. И можно сказать, что волонтеры, они не почивают на лаврах. Но иногда случаются чудеса. И у нас такой случай как раз был на соревнованиях летающих лыжников. Нам удалось поймать букет немецкой команды, которая получила золото. Владимиру Смирнову посчастливилось побывать на церемониях открытия и закрытия игр, и даже на генеральной репетиции, где все кольца раскрылись без заминки. Я действительно видел тот самый момент, когда кольцо не открылось. Я понимал, что должна сработать пиротехника. Однако, насколько сильная самоирония у русских людей. В конце, когда мне повезло стать лучшим волонтером ЕВСОЛП и представлять эту функцию перед президентом в ложе на закрытие Олимпийских игр, я видел, как действительно ребята в серебряных костюмах начали делать большие кольца, а вот это последнее кольцо, оно тихонечко-тихонечко, и как раскрылось. Вот здесь, находясь в самом центре, я на самом деле почувствовал, как весь стадион ревет. На играх в Сочи, увы, ивановских спортсменов не было. Но благодаря участию волонтеров в городе Невест навсегда останется частичка Олимпиады. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.